плевать на всех, потому что он будет волшебным. Итак, давайте сделаем вот что. О, получилось. Разжечь огонь. Накроем крышкой. Как думаете, готов торт? Да или нет? Он уже вылезает. Тортик не получился, но гость к вам пришел поздравить вас, кролик. Мы можем его погладить, но очень осторожно. Вас же очень много, а он маленький. Давайте все-все-все погладим, но очень осторожненько. И давайте, кто погладил, даст погладить другим ребятам, чтобы все успели погладить, хорошо? Ну а мы кролика только гладим. Все повторяют за нами. Фабрика «Лента», фабрика «Пике», торговый дом «Милада» и «Волжский текстиль» организовывают для детей и внуков своих сотрудников замечательный, яркий, солнечный праздник. Праздник с конкурсами, играми, с традиционными рисунками на асфальте, с аквагримом, с прекрасной концертной программой. Все специально для детей и внуков наших сотрудников. В этом году праздник приурочен году семьи в России. В этом году праздник у нас прошел под девизом «В семье счастливого детства». Именно по этой причине сегодня здесь у нас вот это замечательное дерево, которое символизирует группу компаний наших, которые работают в одном едином направлении, как дерево, у которого много веток, дающие сочные и очень яркие плоды. Вот так и наша группа компаний развивается, растет ввысь. Сегодня ребятишки на празднике в завершении программы загадали желание, загадали какие-то свои сокровенные секреты, завязали ленточки на это дерево. Оно сегодня остается на нашей фабрике и будет символизировать развитие, рост и исполнение желаний. Для нашей фабрики уже 20 лет находится талантливый руководитель, генеральный директор Роза Петровна Иванова. Именно она является инициатором сегодняшнего праздника, который традиционно проходит на нашей площадке уже очень много лет. На нашем предприятии огромнейшее количество трудовых династий. Здесь десятками лет работают люди, имеющие одну запись трудовой книжки. И сегодняшний праздник – доказательство тому, что он семейный. Именно так, как позиционирует этот праздник наше предприятие и его руководство.